Привет, пан. Какими судьбами? Да вот сказали, что неподалеку библиотека открылась с трофейными изданиями. Интересно почитать. Ты бы попутше докладами товарища Сталина заинтересовался. Каждому свое. Я старый интеллигент, еще царя видел и в гимназии учился. Ну да, я, конечно, страшный ГБшник. Верно. Ладно, не хочу с тобой страшным чекистом спорить. Отец, мы не чекисты, а офицеры госбезопасности. Ладно, пошел я библиотеку искать. Пока. Пока. Подожди, чуть не забыл. Тебе Лена Лапина привет передала. Я имею склонность думать, что тебе скоро придется поменять свою чекистскую униформу на костюм жениха. Ну да, как же. А что, получится неплохая семья. И ты, и она чекисты. Ее отец, насколько я знаю, тоже не из гражданских. А, быть может, сделаешь ей предложение? Снова ты за свое. Я форму надел не для того, чтобы жен искать, а для того, чтобы родину защищать. Ладно, вон мой поезд едет. Я пошел. Вечером заедешь? Заеду. Ну тогда до вечера. Пост 5. Дежурный лейтенант Суворов. Алло, Глеб! Вот он, предатель! У телефона! Пап, что случилось? Они всех арестованы. Кто? Чекисты твои! Что? Брось телефон! Оглох! Телефон брось, падла! Thank you.
Я слышал, что под зданием МГУ находится станция метро. Мне нужно туда попасть.
Эдак они меня числом возьмут.
стали. Вы уверены? Конечно, если вы считаете необходимым принять меры, действуйте. Потом доложите обстановку. Но если это паникерство, то вы знаете, партия борется с паникерами. До свидания. Опять электрика барахлит. Наверное, это новое реле. Или постоянно застревает. Черепанов уже выговором грозит. Да ну его! Пускай сам кладет кабель, если что не нравится. А? Не стреляйте! Эй, ты что делаешь? Соседку убили. Да вы что? За что? Опять электрика барахлит. Наверное, это новое реле. Или их постоянно... Эй, ты что делаешь? Нам сюда нельзя. Почему без каски?
Видимо, питание отключено. Надо найти пульт управления.
на своего товарища. У него подворотничок, а у тебя херня! Сегодня подошлёшь новый. Так точно, товарищ капитан! А я тебя...
поезд умеет.